Здесь этого не было, а сейчас оно будет обеспечено централизованным водоснабжением. Гидранты будут какие-то да. стоять, да? Централизованное водоснабжение. Колодцы. Да. Все как положено будет. Важный и долгожданный инженерный объект наконец возводят в парке культуры, спорта и отдыха. По проекту его обеспечат водой, пожарными гидрантами и канализацией. Проконтролировал ход работ депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков. Я считаю это важным социальным объектом, который обеспечит комфортное проведение досуга жителей нашего округа. Протяженность трубопровода порядка 900 метров. Завершат работы в феврале следующего года, но подадут воду уже в этом. Наша организация начинает работу, как правило, 1 января. Парламентарий побывал в гостях у чернобыльцев. Ветераны поделились своими последними достижениями. Они не пропускают ни одно общественное мероприятие, а также активно помогают фронту. В этом году приобрели 300 метров утеплителя, 220 литров антисептика и 300 пар теплых носков. О жизни организации решили написать книгу «Одинцовские герои Чернобыля». Это книга для тех, кто будет расти за нами следом. Одинцовский центр сбора гумпомощи продолжает свою работу. Волонтеры активно загружают фуру. Совсем скоро она отправится на передовую. Помочь защитникам может любой неравнодушный житель округа. Теперь у нас по четвергам здесь принимают адвокаты. Конкретно по вопросам СВО у нас идет запись, поэтому вот у нас еще такая новинка есть в нашем центре. Не останавливается и работа Центра поддержки участников СВО и их семей. Его сотрудники помогут устроить ребенка в детский сад, найти работу, организовать уход за пожилыми родственниками, проконсультируют по юридическим вопросам. За психологической помощью сюда регулярно обращаются родные и близкие военнослужащих. Творческий и спортивный досуг помогает им получить эмоциональную поддержку в непростой ситуации. Олеся Лукина, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».